Итак, ребят, всем привет! Сегодня у меня будет необычный выпуск. Сегодня мы будем вот в данном случае в этом старом доме менять полы. И посмотрим, что у нас там выйдет. Дом, в принципе, не довольно-таки старый. Ранние, наверное, советы. Так что смотрим, посмотрим, что у нас там выйдет. Итак, ребят, процесс у нас пошел. Разбираем полы. И вот при вскрытии плинтуса первая находка. Вот такого вот плана. Ну ладно, будет чем-то интересное. И вот целочку в поле вскрыли. Вот она, первая досочка у нас пойдет на белый свет. Ребята, работаем быстро. Нашел я здесь вот такую вот здоровенную крысину. Полумумия такая, кожаная уже. Такая хреновина, здоровая. Монстр. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, очередная находка. Вот такая вот, 15 копеек. 1978 года. Ничего особенного. Обычная монета. Ладно, думаю, что-нибудь еще здесь выскочит. Металл и намет на все, да? Да. Итак, ребята, у меня находки, правда, советские. Советы я как бы особо внимания не уделяю. Ну, никогда не знал, что у меня порадует вот такая вот находка. Это у нас предмет конской упряжи, конина. Это она вот такая зеленая. Никогда не знал, что она мне так порадует. Почему? А потому что это у нас уже ранние советы или же империя. Вот такая вот конская упряжь. Медная, плоская. Ладно, сигналов здесь предостаточно, но в основном здесь водочные пробки. Вот. По итогам я постараюсь вам показать, что я выкопал все здесь вместе. Ладно, продолжаем. Это у нас пятачок. Пятачок. Год. 1939. Я думал 30-го, но нет, 39-й. Ну ладно, забираем. Такая вот монета. Продолжаем. Как-никак, это первая двадцатка сегодня 1941 года.
начало великой. Вот такая вот 20 копеек рамочник. Ладно. Итак, ребята, наконец-то любопытная находка и находка вот такого вот плана. Сначала думал копеечка, но когда я его взял в руки, первым делом я увидел инициалы Николая II. Это последний царь. Вот. Это у нас 1/2 копейки 1909 года. Вот вам и находочка. Этому дому уже более 100 лет. То есть находка сама за себя дала знать. Вот такая монетка. Ладно. Продолжаем. Если что-то выпадет, вы об этом узнаете. Итак, очередная находка. Но я сразу вам хочу сказать, это Советина у нас. Судя по гербу и венков на колосьях, это, наверное, порядка 60-70-е года. Вот такая вот монетка у нас вышла. Год 3 копеечки 1970 года. Ладно, забираем. Итак, ребят, немножко я опоздал. Здесь уже все залили грязью, водой, чтобы не было пыли. Сейчас немножко все пропитается. Мы с вами будем смотреть вторую часть вскрытия полов. Ту комнату, не поверите, сделали. То есть буквально за сутки поменяли полностью полы. Там идеально. Чуть попозже я вам покажу ту работу, которую сделали. Так что ребята работают хорошо, быстро и качественно. Вот, сейчас мы здесь посмотрим, что. Так, по идее, мы в поисках золотого кольца с камнем. Хозяйка потеряла, но не знает, где оно. Может быть, где-нибудь как-нибудь закатилось куда-нибудь. Ну, не знаю, вряд ли. Мусора очень много. Извиняюсь, сейчас здесь все будет дуром. Так что, не знаю, посмотрим. Ну, я думаю, находки какие-нибудь будут. Все-таки будут какие-нибудь находки. А так, смотрим, продолжаем. Будет очень интересно. Не переключаемся. Итак, ну и первая у меня находка. Вот такие вот. Такие вот часики. Часики. Наверное, периода 80-х. Не ходят. Не ходят. Вот такие вот зачетные. Первая находка. Пойдет. Итак, устал я здесь ковыряться в этом, грубо говоря, дерьме. Очень много сигналов. Выпал вот такая вот штукенция. Похожа на монету. Но сказать, что за монета, сказать, к сожалению, не могу. Очень большой сильный нарост на нем. Не знаю, не знаю. Монета очень сильно окислилась. Ну, видно, советик какой-нибудь. Ладно, как вы видите, здесь очень много всякого такого мерзопакостного. Плюс вот здесь вот такое говнецо налили воду, чтобы не было пыли. И в середине здесь я позвонить не могу, где должны быть основные находки. Ну ладно. Долго здесь швыряться не буду, надо заканчивать. Итак, вот такая вот находочка очередная выпала. Судя по размеру, это, наверное, 2 копеечки. Ну, как говорится, она засрана на нет. Даже нельзя понять, что это. Это явно монета. Размер, наверное, с 2-копеечную монету. Или 10 копеек в квадрате. Вот такого размера. Ладно. Смотрим дальше.